Всем привет, дорогие подписчики и зрители канала, с вами снова Зарбаба, мы продолжаем проходить игру Avon Colony. Ну что ж, мы с вами скопим нанитов для постройки исследовательского центра. Как раз у нас еще прибывают иммигранты. Будут заполняться в тех местах, где у нас еще требуются рабочие места. Соответственно, это воздушный фильтр, соответственно, это железная шахта. Ну и должно быть, в принципе, все замечательно. Не хватает жилья. Ну, сейчас построим тут сначала центр, а потом уже займемся жильем. Запас электроэнергии у нас с вами по максимуму почти. Это хорошо. В случае чего пригодится потом. Ну давай, заводик. Один не справляется, что ли, завод? Надо еще строить завод. Замечательно. Ну и копим 20 нанитов, чтобы улучшить жилье. Сразу потом рабочих по максимуму. Янтарная радость. Питательный батончик, который увеличивает счастье на 5%, но вредит здоровью. Требуется пункт раздачи. Отлично, победа на выборах. 91% голосов. Хорошо. Янтарная радость. Интересно, а где она будет тогда производиться? На химическом заводе или на мельнице? По-моему, наверное, на химическом заводе. Занимаемся жильем. Качество воздуха вообще 97%. Замечательно. Мы, кстати, еще можем улучшить электростанцию. Надо бы сейчас это сделать первым делом. Ну и надо подумать по поводу еще одного завода. Может быть, обычного завода, не улучшенного. Чтобы хватало и железа, и чтобы все это быстренько производилось. С едой отлично, с водой, в принципе, тоже отлично. Воздух тоже хорош. А вот склад уже скоро заполнится. Смехотрясение выработано. Ну и ладно. Ну и ладно. Да, давайте, наверное, построим еще один завод. Маленький хотя бы. Вот здесь как раз поставим. Здесь есть место поставить. Хотя бы маленький. Ух, сколько сразу строителей у нас прилетело, блин. Так, ну-ка давай смотреть. Сюда тоже надо рабочих. Хотя бы один, но уже плюс. Отлично. Нужен еще один склад. Или, скорее всего, требуется еще одно жилье.
Скорее всего, требуется еще одно жилье. Сейчас мы здесь еще увеличим и еще построим один дом. Потому что им не нравится скучность. Качество 0, транспорт 0, потребление минус 4, преступность 0, скучность минус 1. Вот потребление надо будет сделать, построить магазин. Они хотя бы немножечко, но успокоятся на плюс 4, по-моему, должно быть так. Вот в этой области поставим еще один дом. Когда будет 32 нанита. Эти пока еще изучают янтарную радость. Пусть пока изучают. Так, что там у нас по транспорту? Пока, в принципе, все зеленое, но до вот этой вот уже электростанции им не нравится идти. Ничего, потерпите, сейчас будет дом. Потом все-таки придется построить магазин, потому что потребление уже минус 5. А, это к нам еще получается требуется все-таки склад. Магазин магазином, а склад тоже требуется. 38 до магазина. 48 до склада. Этот уже по максимуму улучшен. А, кстати, давай тебя утилизируем. Ты маленький складик, я тебя утилизирую, поставлю здесь. Данный склад, он на 500 единиц больше будет хранить. О, 9000. Нормальненько, пока потерпят. Как раз мы с вами построим магазин. процентов. Плохо, что не показывается зона. Контракты мне не нужны. Ресурсы выращиваемые. Колонисты. Ну что, есть магазин, в принципе. Отлично. Ставим магазин. Дальше пойдет у нас с вами склад. Так, с рабочими местами у нас еще есть, требуются еще даже колонисты. Ждем, когда магазинчик заполнится хотя бы одним рабочим, одним. Но пока никак. Да я понимаю, что нет рабочих. Ждем. Давайте пока увеличим скорость. Заодно подкопятся наниты. Обнаружены споры Криппа. Ага. Ну, в принципе, я знаю, друг, куда ты у нас будешь с вами лететь. Ставим здесь одну пушку. И ставим здесь одну пушку.
Хотя нет, давай, наверное, вот здесь поставим одну пушку. А, нет. Отмена, отмена, отмена. Здесь нет дороги, здесь у нас стоит фильтр. Пока только один летит. Спор Крипа. Я надеюсь, наш турельки справится с этой задачей. Плохо, что они не стреляют на упреждение. Получается так, что спор Крипа пролетает, а потом летит выстрел. Вот это плохо. Немножко наши турельки не рассчитывают. Так, магазин до сих пор еще пока не работает. Что у нас, кстати, с преступностью? Пока нормально. Хотя тут минус один. Преступность. Ну, турельки-то. Стреляем или что, или как? Есть попадание. Молодцы. Но это теперь со временем уйдет. А, ты смотри, еще одна с этой стороны. Почему не показали-то? Стоямба. Быстренько, 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 быстренько собираем. Это ты промажешь-то, я знаю. Не успели. Ну, стреляй. Не успели! Не успели заразиться! Нет, все-таки успели. Блин, да что ты будешь делать, а? Ладно, сейчас поставим. Не хватает энергии. А, ну правильно, потому что электростанция у нас с вами не работает. Все, восстановлено, отлично, молодцы. Так, сразу в утиль. Наконец-то, исследование завершено. То есть теперь нам стоит построить с вами химический завод. Ой, склад-то заполняется. Склад-то заполняется. Давай хотя бы маленький поставим склад. А, для тебя требуются споры келка и ксеношалфей. Ага, то есть требуются две фермы. Ксеношалфей и келка ксеношалфей. Хорошо. Хорошо. Споры келка. 7,5, 7,9, 9,7. Ну вот давай сюда. Вот не увидел я, получается, эту спор, да? Крипа. Потому что не показали, что еще с этой стороны летит эта крипа, блин. Ха, зориум.
Ну и ксенос шалфей. Ну, вот, в принципе, здесь нормально будет. По максимуму рабочих. Нехватка, понятное дело, что нехватка. Здесь тоже рабочих максимально. В три места нам требуются рабочие. Прям срочно. Хотя бы по одному человечку. Во, потребление плюс 4. Преступность минус 1, это плохо. Я, честно, пока не понимаю, в какой стороне будет эта преступность. Может быть, здесь стоит построить этого дрона полицейского? Максимально третьего уровня поставить вот здесь вот. Одни будут тут часть патрулировать, эти будут здесь патрулировать часть. Нормально будет. Да, вот как раз получается, здесь и требуется. Здесь два, здесь один, здесь один. Ну, пока, в принципе, нормально. Склад, нам нужен с вами еще один склад здоровый. Может, кстати, туннели... Давай посмотрим по туннелям. Вот здесь далеко, получается, идти рабочим. А почему? А почему далеко? Странно. Не нравится им, что приходится идти. Вот же туннель. Чего не нравится? Непонятно. Ладно, склад, склад, склад. Ждем склад. Нам нужен срочно еще один склад. Угу, понятно, где не хватает, ну ладно. А вот и склад. Замечательно, все. Хотя бы на первое время забудем про этот склад, что требуется место. Качество пищи пока, смотри, хорошее. То есть он не говорит, что качество пищи отличное. А, ну скорее всего из-за того, что народу не хватает. Скучность 0, преступность минус 1. Ну как раз сейчас корабль прибудет, и там у нас кто-нибудь уже появится работать. С преступностью тоже будет все отлично. Качество воздуха 97%. Давай посмотрим, может быть, сможем еще улучшить сразу. Может быть, где-то здесь не хватает еще одного фильтра. Пока корабль не прибыл, построим еще один фильтр. Так, вода нормальна, пища отлично, отлично.
Качество пока только хорошее. Вот мне не нравится, что качество хорошее. Так, а если я тебя улучшу? И тебя улучшу. Так, ну вот, кто-то уже работает, уже хорошо. Да, очень мало производится, потому что очень мало народу. На химическом вообще только 2 человека работают. Двести человек нам требуется, чтобы выполнить задание. Кстати, может быть, парк поставить? Слегка улучшает качество воздуха, повышает дух от развлечения в прилегающей территории. Если я его здесь поставлю, то будет нормально? Почему бы нет? Пусть один парк работает. Мы сейчас еще вот так вот проведем дорогу к парку. И отлично. Хоть какое-то развлечение еще будет. Знать бы, в какую сторону идти. Потому что, честно, пока непонятно, куда идти-то, в какую степь. Где исследовать объект. Я пока не вижу. Может быть, надо экспедицию отправлять? Для этого требуется построить экспедиционный центр. Ну, в принципе, как вариант. Так, надо нам с вами еще идти до электростанции одной. Тут прям рабочих очень мало. О, вернее, электричество скоро закончится. Электричество скоро закончится. Здесь поставим аванпост и накопим на электростанцию сразу 2-го ранга. Нанитов. Многовато. Многовато. Заводик не справляется. Хотя поставки железа, в принципе, нормально. Даже падают немножечко. Смысл завод улучшать я пока не вижу. Иначе нам... У нас шахта не будет справляться. Это плохо. А шахты и так 2 максимальные. Надо будет еще к одной шахте вести. Так, 1500. Тут вообще 1300. Ну, пока пусть будет лучше так.
Так, ну вот как раз последний у нас сейчас будет заход корабля, и будет 201 человек. Задачу выполним. Здесь на 40% только выполнили янтарной радости. И, кстати, он раздает сразу, получается. Я знаю, что нет рабочих, знаю. Скученность минус один. Да, нам бы, конечно, не помешало бы построить еще один миграционный центр. Кстати, а мы сейчас ни с кем даже не торгуем. Точно. Буря осколков. Ну, буря осколков-то ладно. Если что, отремонтируемся. Пока подкопим наниты. Ну и все. Все обошлось. Так, с пищей у нас отлично. Качество пищи тоже отличное. Но даже работа только всего лишь на 80%. Ладно, хорошо. Еще много народу требуется. Народу прям требуется, ой-ой-ой, сколько много. Среднее здоровье 99%. Ну, потому что жрут янтарную радость. Вот здоровье падает. Это надо больничку. А у нас не хватает энергии. Ну, с энергией уже хорошо. Можно поставить больничку, да? Нет, все-таки я предлагаю нам построить еще один иммиграционный центр, чтобы побольше народу нам с вами прилетало. Ну, для начала вот здесь вот соединим туннелями. Достичь населения 300 человек. Хорошо. Еще строим один миграционный центр, чтобы тоже было побольше народу прилетало. Тем временем у нас с вами началась зима. Посмотрим, как у нас с вами хватит электроэнергии на все это дело. Пока вроде хватает. Так, отлично, янтарная радость с нами выполнили. Нет рабочих, это я знаю. Не, ну пока электроэнергия не падает, то есть, в принципе, должно хватить. Мы должны пережить с вами зиму. Построить пункт раздачи выполнено. Отлично. Так, что еще вы можете производить? Кукурузный сироп.
газировка. Очень вреден. Улучшите моральный дух колонии до 85%. Так, ну если вы сейчас будете давить на моральный дух до 100%, то меня задавите. Моральный дух им улучшать. Так, наниты, рис, либо мигранты. Я предлагаю мигрантов. У нас, в принципе, еды хватает. Нанитов пока тоже хватает, а вот мигрантов не хватает. Как раз сюда надо... О, есть рабочий, отлично. Что у нас с жильем? Блин, еще бы поставить одно жилье. Но я бы построил бы небоскреб, если честно. Но вот только где его поставить? О, аж целых две миссии. Экспортировать 40 единиц янтарной радости. Ага, а здесь что? Экспортировать 800 единиц любых ресурсов. Любых ресурсов. Но у нас нет торгового центра. Давай пока займемся тобой. Сколько у нас янтарной радости? 375. В принципе, вроде пока еще производится у нас янтарная радость. Еще три колониста на пути. Нет рабочих, как всегда, в принципе. Ну ничего, я думаю, справимся. Ладно, давайте тогда на сегодня прервемся. Продолжим уже в следующей серии. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, вступайте в группу ВКонтакте. Все ссылочки под видео. С вами был Зарбабай, спасибо за просмотр. Увидимся в следующих прохождениях. Всем пока.